Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл. Это игра Арк. Остров Каморос. Да, давайте поисследуем тут далее, что у нас есть. Довольно-таки любопытно. Надо посмотреть. Эх, может, день-то я что-нибудь здесь смогу интересное найти. Так, что у нас там за фигня летает? Так, ну этот остров, на котором я был. Там мои острова, да? Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, черепаху валить я смысла не вижу вообще никакого. Эфиомия, да, если я правильно помню? Нет, это какой-то другой черт. Так, это у нас что такое, простите? Что-то за... Ну ладно, что-то где-то сглючило, походу. Посмотрю, тушканчики только здесь первого уровня. Интересно, что они делают. Так. А это что за хреновина еще там такая? А ну-ка, давайте-ка посмотрим. Что это? Изиозавр, ё-моё, а чё он тут по воздуху летает? Воды, что ли, блин, не хватает? Так-с. Вещи такая бандурина. А, погодите-ка, а он случайно тут не намел... А, так их двое, один на другом. Нифига их здесь сколько. Чё я акулы вдобавок? Много акул. Очень много. Чё-то я сюда не хочу соваться. Это как-то не вариант. Так, ладно. Вам жарко. Чудно. Давай воды еще хлебнем. А там у нас что за интересный островочек? Так, ну где плезиозавра зацепить? Я уже вижу. Не, ну конечно прикольно смотрится. Дикий самка. Да. Лады. Здесь у нас чегось. Пока ничего опасного не вижу. Ты хороший островочек такой, вам скажу. Довольно ровный. Ну да. Я мне тут пока я что-нибудь смогу построить, целая вечность пройдет. Так. Я что атаковали, друган? Вообще, кто тебя атаковал? Ага. Шипастый дракон, значит, не очень со всеми дружит. Ого, там животины бегает. Так, артефактик, да? Вопрос другой меня волнует. Я сейчас свой остров такой найду или нет? Где это вообще? И... Дура Мифасоля Си. Ну тут, смотрю, острова такие конкретные. Нечего сказать. Так, это что у нас за зеленое? Так, этот не кусается вроде. Ладно, пошли дальше виды просматривать. А, это ладно, неинтересно. О! Махач, махач. Вау-вау-вау. Посмотреть инвентарь. Шипастый дракон. Ну-ка. Броня какая-то. Тканевые штаны. Че, тут кто-то пытался завалить, что ли, но так и не смог. Вот почему-то я так и знал, да? А, так она с меня еще шмотки убивает, гадина, да? Такс. Бегаю противная. Птичка. Где она, ё-моё? А вот ты где, гадина. Ты где?
Не понравилось? Да ё-моё. А, так она у меня хавчик ворует. Нифига себе. Чика, блин. Чё, всё? Да выпендривалась. Так, а я с тебя хоть что-нибудь полезное-то добуду? Боже. Нет, нифига полезного у тебя нету. Чё мне там понатырил-то вообще? Что, её хп спасает? Надо определенно, короче, качать себе её хпшечку только в путь. Франьку бы еще прокачать. Ой, жалко, жалко. Так, граната. Седло для сарка. Чудо удобрение. Нефть. Угу. Ага, вот для чего нужны редкие цвета. Ну, хотя бы теперь понятно. Сколько всего двадцаточку стоит. Ладно. Фиг ты с ним, это я как-нибудь переживу. А вот я чё-то как-то не ожидал. Ну, зато забороли ее, кстати. Так, что это? Ледяной жук. Фокус. Ребят, вы, конечно, летаете, немного опасно. Так, нет, мне где здесь устраиваться надо. Так, слушайте, удобное местечко такое, смотрю. Ладно, давайте осмотр сделаем. Довольно это все смотрю забавно. Хрень мне, правда, не нравится. Че, увязался, что ли? Смотри. Дё-дё-дё-дё-дё. Какие мы, блин, бойки. Так, погоди-ка. Здесь еще чё, их просматривать можно? А, тащить дело. Ну, кожи я набрал, кстати говоря, от души, от души. Так. Это что там такое вообще ползает? Это у нас... Вместите в виду свободный слот. Обожаю есть сырое мясо, кстати. Ладно, попитаемся сырым мясцом. Меня не убудет, надеюсь. Сырым мясом он наедается, это жесть как плохо. Эк, что у нас здесь еще интересно? А пока ничего, я смотрю. Пока ничего. Ну какие-то джунгли вообще. Довольно интересно даже все. Так, а ну-ка заценим. Так, главное, чтобы сейчас никто из кустов не выбежал. Так, ну это камни обычные. Тут камень, конечно, мне интересен, но я сомневаюсь его добыть. Я забрался, я чувствую, об этом пожалею, да? Ну да, его добыть нельзя. Ох, я об этом могу пожалеть. Нафиг, нафиг, нафиг. Поближе к воде пойду. Что-то мне здесь страховок ползать. Опасаюсь за свою маленькую пушистую жизнь. Не пушистую. Я бы сказал, что, но промолчу. Так, у нас здесь что? Пауки летают. Ну, такое интересное здесь места. Да, там какая-то.
испорченный органический полимер. Да пофигу мне, что он испорчен, мне сейчас не до него. Тут сырым мясом, блин, пытаюсь. Да ладно, такс. Не, вот эти ребята мне как-то не очень нравятся. Нет, судя по всему, здесь я ничего такого интересно полезного вдруг не найду. Ну, тут, кстати, смотрю. Нет, здесь довольно-таки богатая флора. Это чего вы бегаете, не расскажете? Тех маленьких? Да. Нашли, блин, от кого бегать, ногами бы растоптали. Ой, инфиоми бьют. Давайте-ка им в лобешник в тыкву стукну. Ой-ой-ой. Да, вот только днем-то я тебя вижу. Нет, с арбалета, кстати, намного проще. Ну да, с ними лучше вообще в рукопашку не сражаться. Так, ну-ка. Эй, где еще один? Ладно, Эфиомия. Эх, подруга, прости, не успел я тебя спасти. А вот где еще один? Еще один труп-то? Чё-то я как-то не понял. Доделся еще один дохленький. Чё, тот его сожрал, что ли, или его уже съели? Может, пропал быстро так? Ну-ка. Ну, слушайте, здесь ничего интересного как бы я уже не вижу. Странно вообще-то. Куда пропал-то он? Эх, темнеть начинает, да? Фигово, короче, надо сейчас домой чесать. Посмотрим, как раз, может, что новое появилось. Я смотрю, они тут треспятся нон-стопом практически. Ну да, прикольно. Ага. Это получается что? Значит, уровень у меня, да, в натуре очень хорошо растет от того, что я убиваю этих динозавриков. Немножко, конечно, садизмом попахивает, но да ладно. Главное тут сейчас уровень качать нон-стопом. А остальное это ерунда. Так, а ну-ка, бежим-ка, посмотрим, что-то как. Не, ну тут вообще-то красиво все сделано. Вот, что не говори, игра красиво сделана. Оптимизация хорошая, под разные виды компьютеров. Вот это вот мне в этой игре нравится, то что над ней работают. Они положили на все болт, сказали, так и надо. В отличие от некоторых игр. Да. А, то есть здесь ты можешь отдохнуть даже добавок, да? Так давай еще немножко сырого мяса тогда схаваем. Что же, там голодать что ли? Надо попробовать найти остров, где я там типа жил. Вообще-то тут я вот не знаю. Тут, по идее, можно построить компас. Мне уже. На моем уровне даже. Материалы все есть, и вот вроде бы все есть. Я вот не знаю, строить его или нет. Обсидиан. Это обсидиан, конечно, это по идее стекло. Закаленное молнией. Сколько я помню по легендам. Вот только вопрос в том. Как мне его надыбать? В каком он биоме? Ну, по идее, раньше он был зимним биоме. Если я правильно помню. Сейчас даже без понятия. Повторюсь, карта это немножечко другая. И моды здесь могут чудить. Так что обсидианы, некоторые редкие ресурсы могут находиться. Могут находиться даже в динозаврах.
Так, а тут я смотрю, на ночь глядя становится жарковато, да? Угу. Надо отсюда быстрее сваливать. Иначе я чувствую, сейчас мне тут устроят шурум-бурум. Давай 5 кусков мяса. Крепишься не сильно, но хоть что-то. Так, ага, вот наши там два друга, которые друг на друге. Странно вообще-то это все. То ли у них такой процесс спаривания, то ли они просто сглючили. Я, может, сглючили во время процесса спаривания. Там жарко. Насколько я понимаю, здесь ему становится жарко, когда он много бегает. Итак, если разобраться. Так, ладно, вот как мне пробраться к тем островам? Маленький вопросик. Блин, горит у акул, да? Ну, я смотрю, тут тоже как-то ошибка не быстрая. У меня еще не очень охота с ними связываться. Конкретно неохота. Ой-ой. Это любовь была с первого взгляда, да? Блин, тут да, конечно, пробираться будет к моему острову довольно-таки экзотично. Это что, простите, за нафиг? Это чё? Маленькая птичка. Такую рыбешку тащит? Хрена себе. Так, ну что-то здесь много акул. Это мне не очень-то и нравится все. Так. Как, блин, добраться-то мне до дому? Это вопрос как бы интересный. Так, акул здесь я не вижу. Ладно, проплывем. Надо оглядываться постоянно по сторонам. Желающих укусить у вас кусочек тут, смотрю, много. Тут непонятно нифига, кто там плавает. Конечно, кто бы сомневался. Так, а вот как мне этого сарга... Ох ты, их там повылезало, твою ж налево. Нифига себе. А там кто... Еще один этот, да? Моё. Кажется, я немножко попал не в ту степь. Там еще плавает, что ли, один. Да. Что-то тут смотрю, их слишком много. Так-с. Надо подумать, как тут выбираться-то с этого. Кошмара. До того берега, предположим, я доплыву. Ключевое слово предположим. Она не под воду быстро. Давай, мужик. Я в тебя верю. Чё, типа холодная вода, что ли? Чё, он есть захотел? Давай, давай, давай. Так, все, на берег выбрались.
А теперь задачка посложнее. Пробежать между всех этих кренделей, да? Да, они за мной уже начинают увязываться потихонечку. Я бы сомневался там. Да, блин. Кто там говорил про мирный пляж, а? Кто мне за язык вообще тянул? Мирный пляж, тут так хорошо, я тут жить поселюсь. Да хрен, я тут жить поселюсь. Им количество их запарюсь отстреливать. Ой, смотрите, какой красивый шелкопрядик. Ой, тиняшечка какая. Как тебя убить бы? Вдруг что-то ценное есть. Так, ладно, будем перемещаться медленными просёрами, так сказать. Больше вариантов я как-то не вижу. Ну, птеродом-то я, к примеру, приручу. Ого! Семейство, блин. Подальше оттуда сматываться. Это как-то неприкольно все. И в воде желательно не находиться при таком их количестве. А, Эфиопия. Ладно. Поползли. Посмотрим, что да как, чему, почем. Да уж. Что-то я смотрю... А, ну тут, по ходу дела, они начали респауниться именно после того, как я, так сказать, пришел. Точнее, это как получается в 7Days также. Вот территории бывает, проходите, все нормально, никаких зомби нет, и возвращаясь обратно, вы видите, что там тихо. Пиздец. Такой маленький-маленький. Здесь, судя по всему, как-то так же сделано все. То, что чайки гадины выбивают у вас с рук все и воруют, вот это меня, блин, прибило. Это зараза мелкая. Они хоть меня шмотки не поснимали? Нет, шмотки целы. Мне неохота изучать кожаную броню. А зато я ее получил на халяву. А ты кто? Это у нас... Да, блин. Это ты... Да кто ты такой? Завр, да вы что, издеваетесь? Они же не умеют летать. 15 стрел? Нет, не хватит мне на него, и арбалет уже слишком покоцан. Ладно, пока эту халявку отложу. Так, что у нас здесь получается? Артефакты, да, есть. Я вот не помню, что это за рыбешки такие. Давайте к тому острову поближе попробуем добраться. Ну, артефактик подтыбрить бы не помешало. Опять ты жрать хочешь? Уж можно-то, а? Надо думать, сколько с собой еды брать. Вот это мне что-то стало вдруг резко интересно. Никогда об этом не задумывался. Фига себе тут плавает. Ой, сейчас она меня еще укусит, да? Как сомневался-то. М-да. Усючий хреновина. Че на артефактике у нас здесь будет? А главное, чтобы он не пропал. Остальное ерунда. Ну, тут рядом никого, я смотрю, нету.
Солома. Да, чувствую, я полезного от них нифига не дождусь. Так, давай, 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 выплывай, мужик. А то мне это очень все не нравится. Почему ты плыть не можешь? Хм, странно. Почему-то сейчас был глюк, то что я двигался в одну сторону. Ну ладно, я уж потом возьму транквилизирующие стрелы. А, так. Нет. Нет. Надо взять транквилизирующие стрелы, короче, и попробовать транквилизирующими стрелами цепить, что ли, одного этого шелкопряда. Может, я с них что-то достану. Может, что-то как-то не вариант. Давайте-ка домой сбегаем, посмотрим, что тут респанулось. Я вроде далеко убегал. Это мне вот самое интересное. Это... И надеюсь, спанария спилась, блин. Ну, хотя бы... Я вот чё рез мне стал убирать? Мне ночью на этом острове, дорогие друзья, заняться нечем. Хотя бы бегаю и рез это тупая. Это все, что я могу делать. Сами видите, мне тут приходится тут полупросёре двигаться. Чтобы больше вариантов нету. Если немножко ошибку сделал, то убьют. Ну, очень хочется умирать, если честно. Потому что, во-первых, профукаю арбалет. Ну, стрелы-то ладно уже. Их надо по новой делать. Профукаю арбалет и фиг пойми, что будет дальше. Тяжело все. Так, давай, добегай, малыш. Давай-ка с мясом разберемся сразу. Так, сразу мясо все скидываем. Так, это тоже. Что еще здесь можно скинуть? Тут почему-то не скидывается, зараза, портится. Вот транквилизирующая стрела есть. А вот как их менять? Так, ну что значит снять? Фига не покатит. Давайте-ка я эти стрелы выложу. Не сюда, вот сюда вот. А что значит нет боеприпасов? Он что, только с лука может стрелять? Так, погоди-ка. Свист нейтралитет, это нет, это свисты. Так. Как же тебя тут перезарядить-то? Транквилизирующая стрела менее смертна, чем другие стрелы, но быстро увеличит оглушение жертвы. Ёптать. Да. Я вот, честно говоря, хрен бы догадался. Прошу прощения. Как это все правильно использовать? Ну, но уже хотя бы знаю. Так, что у нас тут новенького? Давайте-ка это все сложим. Кожа, кожа, кожа. А давайте-ка я вот попроще сделаю. И это все, пожалуй, вот так вот сложу. Так, секундочку, ага. Так-с. Вот так вот сделаем. А костер-то мне тут зачем? Ё-моё. Я тут хлама наш таскал. Оп, нет, самого себя просто. Так, это надо выложить. Это ладно, мы оставим. Вот сюда буду складывать тогда это все. Ну его нафиг. Я вот с этими трубами пока не связывался. С компостом вот сюда будем его ложить. И хранение практически до бесконечности. А 65 дней, 12 часов. Ну, это вообще шикарно. Может, компост с соломой? Так, это сооружение перерабатывает солому и фекалии, высококачественный компост. А ладно. Сейчас солому положим. Солома. А где у меня еще солома есть? А солома у меня солома. Блин, соломенную крышу переработать можно или только выбросить? Броня, тканевые перчатки. Я, конечно, извиняюсь, но вот это вот точно хлам. Пил с собой ношу вообще. А это у нас стена... Дверной проем. А вот дверной проем поставить бы сейчас. Давайте попробуем куда-нибудь его воткнуть.
семерочкой, да? И тебя разместить, чем нет. А вот какого у меня тут тушканчик делает, а? А, я его так без сознания положите ему для приручения еду. А какую еду? Ну ладно, давайте вот ягоду возьмем, что ли. Межабери возьмем, ну и мясо. Так, я не знаю, что ему положить. Куда он делся-то? Еду. Ну ладно, давай вот ему такую еду положим. Ну, попробуем это тогда. А что я ему еще предложу? У меня больше нечего предложить. Использовать. Давайте наркобери возьмем, я еще наркобери накачаю. Собираюсь, что потом не проблема. А, я ни кидлы не делал пока ничего. А, ну да, вот. Наркобери он оглушается постепенно. Смотрю. А нет. Так нельзя использовать, зараза. Так, лады. Че у него там, еда? Интересно, он не лопнет? Представьте себе, вы в оглушении, вас там еду запихивают в рот. Ну, блин, это, конечно... А, так я его постепенно еще и приручаю. Ладно, у меня будет тушканчик. Чем его кормить, вопрос. Ладно. Так, а приручение почему здесь не пишется? Сказать родословную. Тушканчик уровня ID. Господи помилуй. Неврологическое дерево, отцовская линия. Да вы что, прикололись, что ли? А, так он почти приручился уже. Ну, давай, двигаемся. Тушканчик в ожидании. Ладно, тушканчик, так тушканчик. Как его назвать-то? Откуда ж я знаю-то? Так. Включить сбор ресурсов, снять клеймо, приказать не следовать, установить на агрессию, отменить агрессию, как отключить подбирание предметов. Изменить радиус реагирования, изменить дистанцию. Так, подобрать. Чё? А, так он у меня так может бегать, да? Вот это интересно уже. Чё мне это дает? Чё он мне просто будет сидеть на плече, да? Ладно, давай-ка ты, друг, сюда вот пойдешь. Что мне с ним делать, кстати? Так я вот не понял, а как мне его снять-то? Лады. Так, я. Да я понял, что это я. Хорошо. Он мне же сдохнет с голоду, если будут на мне так торчать. Бедный тушканчик. Раз, два, три, четыре, пять. Давай, наедайся. Шесть, семь. Так. Все забываю то, что я себе увеличил количество еды. Надо это не забывать. И что мне с тушканчиком делать? Ну ладно, давай. Свист за мной. Ну ладно, я предположим, это подберу. Нет, слушайте, а реально, как мне от этого тушканчика избавиться? Он в инвентаре-то не светится.
Мне это как прибамбас ко мне будет идти. Блин, короче, фиг его знает. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, серию буду заканчивать. У меня ночью я буду еще средства добывать. Не знаю, что с этой фигней делать. Ну, приручили тушканчик. Какой хрен, я вот не знаю, если честно. Вот честно не знаю. Ладненько, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на ютубе. С вами был Черный Металл. Всем удачи, всем пока.